Николаевская прокуратура начала расследовать аферу с закупкой инсулина. В полиции делом занимались почти год и не продвинулись ни на йоту, говорят прокуроры. Напомню, в прошлом году поставки инсулина в Николаеве задержали на 2 месяца. И в этом году схожие проблемы. Подробнее расскажет Кирилл Ющишин. Запасы инсулина в Николаеве почти исчерпаны. В облздраве опять проблемы с проведением тендера на закупку лекарств для диабетиков. Общая сумма сделки почти 4 миллиона гривен. Конкурс объявили 19 февраля, но в тот же день остановили. Говорят, произошла техническая ошибка. В документах забыли указать международное название препарата. Мы как бы максимально быстро устранили это нарушение и на следующий день подали новое объявление. У нас уже была практика. В прошлом году нам блокировали торги. Это все оттянуло закупку инсулина почти на 3 месяца. Прошлой весной плановая закупка инсулина была сорвана из-за вмешательства замгубернатора в тендерный процесс, утверждает бывший руководитель базы медицинских препаратов Сергей Леженцев. Мол, его вызвали на ковер к замгубернатору и сообщили, какая компания должна выиграть закупку. Она его представила как юриста, который должен меня консультироваться. Оказалось, что он владеет из 8 участников фирмы, которые участвовали на закупку инсулина. Он овладел 4 этими фирмами. Но Леженцев написал заявление в полицию. Компании, интересы которых лоббировали чиновники, обратились в антимонопольный комитет и заблокировали тендер. Из-за этого закупку пришлось отложить на целых 2 месяца. И городские диабетики остались без инсулина. Бывший замгубернатора по социальным вопросам Оксана Янышевская обвинение отрицает. Утверждает, все было иначе. Технічні умови, за якими проводилися закупівлі, виписані під одного гравця на ринку. Тому вся ситуація склалася насправді на кругі того, що потрібно було публічно виписати технічні умови для того, щоб в цих торгах на інсулін могли приймати участь всі заявлені на той момент учасники ринку. Полиция хоть и возбудила дело по факту злоупотребления чиновников, но ничего не расследовала. И вот почему. В этом деле однозначно есть политическая составляющая, потому что Оксана Альбиевна Янишевская все-таки относится к Народному фронту. Мы знаем, что Аваков – это Народный фронт, поэтому и национальная полиция Николаевской области абсолютно не расследовала данное дело. После года бездействия полицейских уголовным производством займется прокуратура. Вскоре обещают обнародовать результаты расследования. На данный момент в Курважне активно тривают следствие дії. Складено детальний план досудового розслідування, і я думаю, що самі такі розумні строки, які передбачені КПК, які дають можливість нам, ми зможемо завершити досудове розслідування і притягнути винних до відповідальності. Сергея Леженцева, директора базы медпрепаратов, который не побоялся придать огласке коррупционную схему, вскоре сместили с должности. Сейчас в Николаевской области полностью сменилось руководство администрации. Население инсулином обеспечено до кінця першого кварталу 2017 року, а по нашим підрахункам, після закінчення процедури торгів, інсуліни вже почнуть постачатися у березні місяці. Медики надеются, что в этом году закупка пройдет без скандалов, а диабетики получат жизненно необходимые препараты. Реформа, обещанная Минздравом, когда каждый инсулинозависимый сможет получать лекарства в аптеке, а не у врача, пока остается только в проекте. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаев.